Ребята, пойдемте, вам покажу апартамент с кодом номер 11. Очень удобная локация возле пляжа Лучица. Здесь находится пляжный инвентарь, находится зонтик, полотенце, ведерко, лопатки. Вы спокойно с ребенком можете идти на пляж и играться. Также тут есть игрушки, с какими ваш ребенок может спокойно поиграться. Пойдемте, пойдем в уборочную. Уборочная здесь большая, комфортно. Можно зайти в душ, помыться. Локтями мы не ударяемся, комфортно все. Пойдемте дальше, тут есть стиральная машинка, есть туалет, есть умывальник, где мы можем руки помыть, есть первое гигиеническое, скажем так, средство. Также есть здесь горшок для вашего ребенка, есть моющее средство, тряпочки, и здесь есть утюг и фен. У нас, это, понимаете, не отель, ежедневной уборки здесь нету, а раз в неделю меняется полотенце и постельное белье. Если по какой-то необходимости нужно заранее поменять постельное белье, нет никаких проблем. Но здесь есть стиральная машинка, вы сами можете постирать все, что нужно, и посушить. Пойдемте дальше. Здесь у нас здесь находится большое зеркало. Это очень удобно, что можно целиком себя посмотреть. Не, оно не маленькое, а целиковое. Это важно для девчонок и, конечно, женщин. Здесь большая кровать двухспальная. Пока вы лежите, можете ознакомиться с путеводителем по Черногории. Находится здесь диван, кресло, какое оно раскладывается. Его можно перевести ближе к кровати и здесь его разложить. Обеденный стол, телевизор, интернет, кондиционер и, конечно, кухня. На кухне вы можете все себе готовить. Здесь у нас находятся кружки под кофе, под чай, аптечка, если вдруг случайно вы порезались, духовка. Здесь у нас находятся стаканы. Здесь находятся у нас тарелочки для готовки. Также у нас здесь есть посуда. Это кастрюли, сковородки. Здесь у нас есть приборы все необходимые. С техники у нас есть кофеварка. Есть чайник. Микроволновка. И большой холодильник. Огромнейший, где можно все сложить. Не маленький. Здесь у нас находится обеденный стол. Где вы спокойно можете позавтракать, пообедать, поужинать. Очень красиво. Пойдемте сейчас, пойдемте с вами на террасу. Здесь вы спокойно можете расположиться, сесть. Здесь можно завтракать, ужинать и обедать. Фрукты, вино. Хочу вам рассказать про пляж Лучица. До пляжа Лучица вам идти 2 минуты. Вы спокойно можете взять полотенце и в купальных средствах можете дойти до пляжа. Пляж очень шикарный. Это маленькая бухточка, песочек, пологие входы в море. Скажем, очень любят, скажем так, русскоговорящие нас туристы, какие приезжают. Они живут в Будве, в Тивате, в Баре. И все едут именно на этот пляж, потому что он песочный и пологие входы к морю. Чистое море, зеркальное. Этот район спальный, тихий. Здесь нет машин, дискотеки, звука, все. Здесь спокойно и тихо можно насладиться и отдохнуться отдыхом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Под этим видео можете ознакомительные, скажем так, есть путеводители по Черногории. Также вы можете забронировать эти апартаменты, посмотреть цены и все остальное, все сколько стоит. Здесь под видео. Ставьте лайки. Пока-пока.